WordPad использует точно такой же интерфейс, как и текстовый редактор Microsoft Word 2010. Здесь также присутствует лента задач и вкладки на ней. Кроме того, здесь есть и строка состояния, которая позволяет изменить настройки масштаба, а также панель быстрого доступа, которая поможет закрепить нужные функции и обращаться к ним всего в один клик мыши.